Здравствуйте, друзья! У меня в руках ложка деревянная, игровая. Она имеет плоскую ручку, чтобы было более уверенно, да, удобнее держать ее на пальчике, чтобы, если ручка круглая, то она может кататься, да, а это так надежно фиксируется. Дальше. Шейка у нее узкая. Это нужно для игры на трех ложках, да, вот если мы между пальчиками поставим, то нам будет удобно. Кто знаком с нашими прежними ложками, знает, что наш черпачок, он не глубокий. Сейчас мы уже это исправили, учимся, и черпачок уже стал немножко глубже. И ложки от этого стали звонче. Для игры на ложках у нас есть целый урок, мастер-класс, где я показываю, как играть на двух, трех, четырех и пяти ложках. Если вам нужно это видео, напишите мне, пожалуйста, в личку, я скину вам ссылку.